27 сентября в Иванове чествовали работников дошкольного образования. Их профессиональный праздник отмечается чуть раньше, чем День учителя. И может быть не случайно, ведь как раз с детского сада все и начинается. Большой жизненный путь пока еще совсем маленького человека. Мамину заботу, строгий папин взгляд и бабушкину опеку совмещает в себе воспитатель. И сегодня дошкольное образование города Иваново, действительно, это большая сеть. И 136 детских садов, более 22 тысяч воспитанников в детских садах, 5 тысяч, более 5 тысяч работают в детских садах. Это и воспитатели, и нянечки, и повара, все, кто в детских садах настроен на воспитание, образование, на привитие всего прекрасного в детском саду. В этом году на звание лучшего работника дошкольного учреждения претендовали 70 педагогов из 53 образовательных организаций. Победителями стали 27 сотрудников, 20 воспитателей и 7 специалистов. Татьяна Пархун – логопед со стажем работы 26 лет. Ее воспитанники – ребята с ограниченными возможностями здоровья. Таким детям требуется еще больше теплоты, заботы и внимания. Но и они не остаются в долгу. Подпитывают, потому что наши дети не обыкновенные, они отзывчивые, ласковые, добрые. И это так прекрасно, когда приходит неговорящий ребенок, и через 2 года мы его выпускаем в массовую школу с чистой речью. Теплые слова со сцены – это приятно и почетно, но все самое доброе, конечно, приготовили воспитанники. Во многих садах в этот день прошли праздничные утренники. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.